Мастерское управление «Сенеж» – это современный общеобразовательный центр для подготовки управленцев трех ключевых сфер – государства, бизнеса и общества. Здесь развивают национальный актив страны – лидеров, готовых отвечать на вызовы времени и открывать новые возможности. А у концерн «Титан-2» выступала генеральным подрядчиком строительства центра. Контракт был подписан в декабре 2020 года. Заказчик объекта – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Сегодня комплекс полностью завершен и передан в эксплуатацию. Входной контроль был очень жесткий, как и нашими службами, службой главного инженера, так и службами заказчика, потому что стройконтроль на объекте осуществляет Росстройконтроль. Это структура Министерства строительства Российской Федерации, федеральный орган, который достаточно жестко за всеми своими объектами смотрит. А за Сенежем мы смотрели еще раз в 10 жестче, наверное, потому что объектом персонального руководителем штаба по строительству был Файзуллин Ирак Анварович, поэтому и уровень, соответственно, ответственности тоже задавал он. Комплекс расположен в 40 километрах от Москвы в Солнечногорске, на берегу озера Сенеж. Площадь центра составляет свыше 85 гектар. На территории разместятся 5 функциональных зон. Северный кампус, южный кампус с главными постройками, набережная, территория форума под открытым небом, лесопарковая зона с павильонами. Всего для образовательного центра Сенеж построены 39 объектов. Среди них общественные и административные пространства, гостиницы, спортивные сооружения и административные здания. Каждое строение уникально и выполнено с применением самых современных строительных технологий. Мне больше всего нравится Агора. Он очень сложный с строительной точки зрения, с точки зрения дальнейшего, скажем так, функционального назначения. Он очень непрост. Это купол. Центральная часть его достигает отметки в 34 метра. Эксплуатируемые. Все это дело закрыто огромным количеством инженерных сетей коммуникаций. Это ведь не просто деревянные панели, которые закрывают там прибор освещения. Внутри находятся экраны, которые опускаются, проекционные, опускается акустическое оборудование. Там очень-очень много разных родов объектов, которые спрятаны именно за, скажем так, видимой частью, декоративной частью. Мастерское управление «Сенеж» состоит из нескольких зданий и сооружений. Это 4 пятиэтажных гостиничных корпуса. Каждый включает по 130 комфортабельных номеров. Построен главный корпус «Агора», состоящий из 183 учебных помещений и амфитеатра, предназначенных для реализации дополнительной профессиональной программы. Также в комплекс «Сенеж» входят 5 вилл-мастерских, котельная, главный КПП, различного рода вспомогательные здания и сооружения. Общая площадь всех объектов больше 65 тысяч квадратных метров. Большая территория с огромным комплексом противопожарных систем. Также генеральным подрядчиком АО «Концерт Титан-2» выполнена реконструкция и благоустройство набережной, пирса и пляжной зоны. Анна Поиш, Яна Жеревка, Егор Андреев, СТВ. Часть видео предоставлена ОНО «Россия. Страна возможностей».